Медицинский справочник болезней. Изящество и красота не могут быть отделены от здоровья. Цицерон Марк Тулий. Медицинский справочник болезней, который вы видите перед собой, это электронная энциклопедия, содержащая наиболее полную обновленную информацию о различных заболеваниях человека. Медицинский справочник болезней включает в себя подробное описание более 4000 нозологических единиц. В нем нашли отражение как самые популярные, распространенные заболевания, так и те, систематизированная информация которых не представлена практически ни в одном онлайн-издании. Структура медицинского справочника выстроена таким образом, что найти интересующую болезнь можно в алфавитном рубрикаторе, соответствующем разделе либо через поисковую строку. Описание каждого заболевания содержит краткое определение, классификацию, сведения о причинах и механизмах развития, симптомах, методах диагностики и лечения, профилактики и прогнозе. Такая четкая унификация статей, по мнению авторов интернет-издания, позволит читателю медицинского справочника болезней получить максимально исчерпывающую информацию, с одной стороны, и не потеряться в дебрях медицинских лабиринтов, с другой. На сегодняшний день содержание медицинского справочника болезней состоит из 30 самостоятельных разделов, два из которых – эстетические проблемы и косметические проблемы – имеют отношение к сфере красоты, а остальные представляют собственно медицину. Этот тесный симбиоз эстетики и здоровья и дал название всему сайту «Красота и медицина». На страницах медицинского справочника болезней можно получить исчерпывающие сведения о женских, нервных, детских, кожных, венерических, инфекционных, урологических, системных, эндокринных, сердечно-сосудистых, глазных, стоматологических, легочных, желудочно-кишечных, ЛОР заболеваниях. Каждому разделу медицинского справочника болезней соответствует определенное клиническое направление, например, женские болезни. Гинекология, детские болезни, педиатрия, болезни зубов, стоматология, эстетические проблемы, пластическая хирургия, косметические проблемы, косметология и так далее, что позволяет пользователю перейти от описания заболевания к информации о диагностических и лечебных процедурах. Статьи, размещенные в медицинском справочнике болезней, пишутся практикующими медицинскими специалистами и проходят тщательную предварительную проверку перед публикацией. Все обзоры написаны доступным научно-популярным языком, не искажающим достоверную информацию, но и не позволяющим опуститься до уровня популизма. Дополнение и обновление медицинского справочника болезней происходит ежедневно, поэтому вы можете быть уверены в том, что получаете самые надежные и актуальные сведения из мира медицины. Универсальность медицинского справочника болезни заключается в том, что он будет полезен широкому кругу интернет-пользователей, столкнувшихся с той или иной проблемой со здоровьем. Медицинский справочник болезней – это доктор, который всегда у вас под рукой. Вместе с тем, обращаем ваше внимание на то, что изложенная здесь информация носит исключительно ознакомительный характер, не заменяет очной консультации врача-специалиста и не может быть использована для самодиагностики и самостоятельного лечения. «Проманитус премунитус» – предупрежден, значит, вооружен, говорили древние. Сегодня это крылатое латинское изречение как нельзя более актуально, следить за собой и за своим здоровьем необходимо каждому. Здоровье – это единственная неприходящая мода и самая большая роскошь, которая несоизмерима ни с какими земными благами. Быть здоровым – это значит быть успешным, познать счастье материнства и отцовства, прожить долгую и активную жизнь. Здоровье и красота неразрывны, более того, красота является отражением здорового состояния организма. Ведь для того, чтобы иметь идеальную кожу, стройную фигуру, роскошные волосы, прежде всего, необходимо заботиться о своем физическом и душевном здоровье. Надеемся, что медицинский справочник болезней станет для вас надежным и понятным путеводителем по огромному миру медицины. Здоровья вам и вашим близким!